Министр труда, социального развития и демографии Пензенской области Евгений Трошин дал положительную оценку Зареченскому лагерю труда и отдыха для детей и подростков. В Центре образования и профориентации юные зареченцы в дни летних каникул зарабатывают свои первые деньги и приобретают профессиональные навыки. Сам по себе Заречный уникален, поэтому опыт, тот, который у вас здесь наработан, мы его будем распространять на территории всей Пензенской области. Есть чему поучиться. Есть что передать другим. В первую очередь это часть, которая относится к мотивации. Вторая часть относится к формированию идеологии. Да? И третья часть, которая относится непосредственно к самим детям в плане их профориентации. Большинство подростков, которые работают в лагере труда и отдыха, из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, здесь не отказывают в трудоустройстве детям с ограниченными возможностями здоровья. Вот девочки у нас работали в швейном цехе на простейших операциях. То есть они, даже если есть возможность родителям вместе приходить, у нас потом очень положительные были отзывы. То, о чем вы говорите, это интересный опыт. Абсолютно. Опыт взаимодействия. Рабочее время подростков ограничено не более 4 часов в день. Заработная плата составляет более 3000 рублей в месяц. К этой сумме 1275 рублей в качестве материальной поддержки добавляет городской центр занятости. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».